Всем большой привет! Хочу сегодня поделиться своим заказом, который я заказала в Алуштинском эфиромасленичном совхозе-заводе. У них есть сайт с прекрасной косметикой, натуральной косметикой, крымской. Все основано на крымских травах, и сам завод, он много-много интересного всего изготавливает для ухода за волосами, телом, ну и вообще здоровьем, для здоровья. Давайте покажу несколько брошюрок, которые ко мне приехали с этого интернет-магазина. Очень мне понравился он, очень легко там выбирать продукты, товар. И давайте покажу, что выбрала я. На самом деле глаза разбегались, но я взяла несколько средств. Первое, что я взяла, это масло для волос. Я его сейчас вам поближе покажу. И также я взяла скраб себе для тела. Видно, да, что тут по брошюрке руки-ноги, тематически волосы, можно выбрать что-то, лицо для лица, тело. Также есть на этом сайте фито-чаи, чаи, душистый мир. Очень хорошие сборы. Я познакомилась вот с такой брошюрой, тоже интересное, что тут для всего. И для очищения, и для лечения, и для удовольствия. В общем, все для здоровья. Крымские травы не нуждаются в рекламе, по сути. Все у них очень-очень качественно и интересно. Можно покупать целые наборы. Они и на подарки хороши, и для себя тоже. Ну и давайте я покажу еще натуральные гидролаты. Они изготавливают. Тоже покажу брошюрку коротко, быстро. Это все, почему я быстро показываю. Я оставлю внизу ссылку на сам сайт. Можно все это посмотреть, почитать там. Будет удобнее, чем рассматривать брошюру. Ну, давайте покажу, что такое гидролаты, потому что меня это заинтересовало. Я сама с удовольствием познакомилась. Гидролат я себе не брала. Ну, покажу вот так хотя бы в брошюре, что это такое и как ими пользоваться. Их огромное количество тут. Тоже с разными травками все. Можно выбрать для себя то, что необходимо лично вам. То есть брошюры интересные, с удовольствием я с ними познакомилась. Ну и давайте, первое, что я очень ждала в заказе, это масло. Масло для волос против секущихся кончиков. Обещает интенсивно питать, оздоравливать волосы, эффективно борется с секущимися кончиками. Ну, я думаю, самый идеальный способ, если волосы секутся, это ножницы. Но помимо ножниц нужно, конечно же, заботиться. Я сейчас Америку не открыла, все знают, что масло для волос необходимо. Красивая банка, не просто так я ее верчу, потому что она мне сама очень понравилась. Так, масло здесь 300, кажется, миллиграмм. 250 миллиграмм. И давайте я покажу сначала состав. Что входит в состав? Замечательный состав, все натуральный. И давайте покажу применение. Я еще не пользовалась, решила сначала вам показать в цельном виде. Ну а потом, конечно же, я вставлю в конце кусочек, уже когда пользуюсь. Масло, вот когда жара, оно тает. Если в холодильнике оно совсем густым становится, а сейчас оно так вот видно, да? Достаточно рыхлое. Сегодня же я буду делать маску для волос. Вообще отличное масло. Приятный-приятный у него аромат. Прям очень приятный. Пахнет и травами, и фруктиками.
Тут на первом месте идет жжоба, авокадо. Вот да, авокадо, кокосик, все это чувствуется. С удовольствием буду пользоваться, вам расскажу. Так что до конца ролик смотрите. Я в конце поделюсь. И не смогла я мимо скраба пройти. Вообще, я такие банки круглые обожаю. Уже не раз говорила, что для меня самая удобная упаковка – это круглая банка. Это солевой скраб, он идет антицеллюлитный. Входит эфирные масла и морская соль. В банке объем 250 тоже миллилитров. Такая она хоть меньше ростиком. Вот, в два раза почти меньше ростом, но такая тяжеленькая. Ну, соль тяжелая. Вот такая она густая. Приятный-приятный аромат. Сухой продукт. И пахнет апельсиновой такой цедрой и эфирными маслами. Но приятные. Тут мало чувствуется трав. В основном вот такие масла апельсинового характера, цитрусового. Давайте тоже покажу поближе. У меня аж слюни потекли, потому что очень вкусно пахнет. Так, сначала давайте состав покажу. Так, закрою. Все натуральное. Вот, кстати, корица. Корица чувствуется очень среди цитрусового аромата. И имбирь, да. Так что буду пользоваться и обязательно еще в конце покажу. То, что взяла я оставлю еще отдельные ссылки на эти продукты. И, конечно же, ссылку на сам сайт, потому что там интересно, интересные продукты. И последнее, что я взяла, это шло в пакетике, было вот так упаковано и в пакетик еще. Это мешочек. Мешочек с травами. Многие знают, что крымские травы так используются часто. Я взяла для сладкого сна. Это ароматическая подушечка. Я покажу вот так поближе, какие травки входят в эту подушечку. Аромат такой приятный-приятный. На первом месте, конечно, это лаванда. И потом чувствуется еще, что там сбор трав. Этот мешочек я положила у изголовья кровати ребенка. Ну, не знаю, сладкий сон у него или нет после того, как стал мешочек лежать рядом с ребенком. Но спит он у нас крепко, сладко и дольше всех. Поэтому мешочек ему еще и в помощь. Ну, оставайтесь со мной. Сейчас я обязательно вставлю кусочек после того, как я использовала все эти продукты и расскажу свое мнение. Хочу показать расход масла для волос. У меня волосы по талию, по пояс. И я не скажу, что экономно, то есть полностью их промазала и потратила вот такое количество масла. Оно очень мягкое. Оно очень мягкое, дома сейчас тепло, и поэтому я его буду хранить в холодильнике. То есть, если вот так потрясти, оно даже, видите, выравнивается. Сначала я, когда брала это масло, оно прямо такую ямку тут я вырыла, оно было по краям, а потрясла, оно все встало на место. Хранить буду в холодильнике, но когда из холодильника его достаешь, чтобы воспользоваться, придется либо подтаять, чтобы постояло в тепле, подождать, либо паровую баню ему делать небольшую, чтобы оно немножечко подтаяло. И в следующем сюжете я его покажу уже, какая текстура из холодильника будет в масле. То есть специально положу, чтобы вам показать его и густым. Хочу оставить свой отзыв после одного использования как масла, так и скраба. Мнение, конечно, у меня по скрабу уже сформированное, а по маслу я скорее просто покажу саму консистенцию, какая она стала при хранении в холодильнике. Достаточно жесткое такое. Его только распаривать теперь на водной бане, либо кусочек вынимать и в комнатной температуре
держать. Ну, либо само масло просто оставить на сутки в комнатной температуре, и оно станет опять такой консистенции жидковатой, как кашица такая густая. Главное, чтобы температура в квартире была не выше 25 градусов, и хранить не обязательно в холодильнике, как это делаю я. Просто у нас жарковато сейчас, поэтому я убрала. Масло мне понравилось. С одного раза вымывается прекрасно шампунем. Волосы чувствуются напитанные, то есть питательное вот это свойство дает. Не жирные, хорошо себя ведут на ощупь, послушные. Мне понравилось. Как работает против сечения, я не знаю, потому что, ну, с одного раза, с двух, с трех, это накопительный эффект в любом случае. Понятное дело, что если раз в неделю или два раза в неделю питать волосы маслом, то вот эти вот все свойства, которые там есть в маслах, оно будет плюсом только для волос. Поэтому в любом случае я за масло, чтобы оно было в уходе за волосами, и будет тогда эффект хороший для волос. То есть мне оно понравилось в любом случае. Аромат приятный, как я ранее сказала, и ссылку на него я оставлю под роликом. Хочу обратить внимание на скраб антицеллюлитный. Вы знаете, что меня удивило больше всего? Разве скажете, что я им пользовалась? Представьте, все тело проскрабировало от шеи до самых пяток, причем пяткам уделила особое внимание, проблемным зонам особое внимание, и оно практически не уменьшилось. Как мылась я? Влажной рукой, не мокрой, а влажной, вот так вот касалась, и что прилипает, ну, к влажной руке, а тут к сухой-то вон как прилипло, а то к влажной. Этим я и массировала свое тело, то есть обе ладошки раз-раз и по телу, потом опять раз-раз и по телу. Прекрасно, очень прекрасно скрабирует, похож на речной песок, вот эти вот мелкие скрабинки. Вот видно, они прямо как песочек. Поэтому они не травмируют кожу, но при этом при нажатии ладошек посильнее можно прямо как эффект сауны сделать, отскрабировать до красна себя. То есть действительно антицеллюлитный эффект, эффект массажа присутствует. Аромат корицы настолько яркий и насыщенный, что после того, как вы уже вымылись, высохли в ванной, все пахло и пахло вот этим ароматом корицы. Прямо очень стойкий аромат. Муж у меня удивился, говорит, слушай, ты, говорит, несколько раз, что ли, помылась? Вроде давно мылась, а все пахнет. Вот такой насыщенный аромат. Очень экономное средство, хватит надолго, поэтому в пустых баночках не скоро он появится. Понравился очень. Цена-качество прямо оправдывает себя на 100%. Я еще, наверное, таких экономных скрабов не видела. Он совсем не пенится, но скрабирует идеально. Ссылку на него я тоже обязательно оставлю под этим роликом. Проходите, смотрите, знакомьтесь. На сайте, как я вот в брошюрке показала, три вида. Там кофейный есть, вот этот и еще какой-то, не помню. Но вот кофейный, мне кажется, вообще там и по аромату хорош. В этом аромат корицы, конечно, яркий. Если любите корицу, то вообще будет здорово, вам понравится. Вот такой замечательный заказ у меня был. Спасибо огромное сайту за сотрудничество. Мне понравились их средства. Мне очень понравились и дизайн баночек, и форма баночек, что можно очень легко и доступно все доставать. Особенно масло в такой банке, это здорово. В бутылках я мучаюсь обычно, не знаю, как оттуда их изъять, а тут прямо идеально, все под рукой, все удобно. Проходите по ссылкам, знакомьтесь, а я, наверное, с вами прощаюсь. Спасибо всем огромное за внимание, всем приятного времени суток и всем пока!